Завтра в столице Чувашии главный праздничный день. Просим горожан заранее выбрать оптимальные маршруты движения и лучше обойтись без автомобилей. Многие улицы будут закрыты для личного транспорта. 24 августа Московская набережная станет единым спортивным и развлекательным пространством. В 10 часов 30 минут здесь начнется зарядка со звездой, причем синхронно в 4 местах. Затем в 11 на Волге свои скоростные возможности покажут болиды класса «Формула-2». Ровно в полдень в небо над городом поднимутся красно-синие истребители МиГ-29. На Московской набережной начнется шоу авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». В 15 часов с привокзальной улицы стартует парад городской техники. Кульминацией Дня города станет театрализованное мультимедийное представление на Певческом поле, которое начнется в 8 часов, а также выступление хора Турецкого. Завершится праздник в 22 часа грандиозным фейерверком над акваторией Чебоксарского залива. Выезжать в центр на автомобиле в этот день не очень удачное решение. Движение в городе будет ограничено. Кроме того, уже с 0 часов на многих улицах Чебоксар запретят стоянку. Подробности на сайте.